Я связала нужную длину у сумочки. Вот в этой сумке я решила сделать ее немножко длиннее, чем вот в этой. В этой у меня без прибавок я вязала 11 рядов, в этой я связала 13. Дальше задача убавлять петли. Убавлять мы будем симметрично, как прибавляли. Начинаем ряд, как обычно, с воздушной петли подъема. Разворачиваем работу и начинаем, собственно, убавлять. То есть мы убавлять будем тоже посередине, так же, как мы прибавляли. То есть сперва вяжем без прибавок, потом убавка, и потом заканчиваем ряд уже без убавок. Провязываем 20 столбиков без накида, без убавок. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Дальше делаем две убавки. Вытягиваем, вытягиваем, провязываем одним столбиком без накида. Первую убавочку сделали, сейчас вторая убавка. Вытягиваем, вытягиваем, один столбик без накида. Мы сделали две убавки. И заканчиваем мы 19 столбиками без накида, без убавок. Вяжите до конца ряда оставшиеся 19 столбиков без накида. Восемнадцать, девятнадцать. Закончили первый ряд с убавками. Дальше воздушная петля подъема. Разворачиваем работу. В следующем ряду мы убавляем через 18 столбиков без накида. То есть 18 столбиков провязываем просто так. Два без убавок. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 15, 16. 17 и 18. Тут мы должны сделать 3 убавки, то есть 3 раза убавить столбик без накида. Провязали в одну петлю. Следующая, вторая убавка.
вытянули первую петлю, вытянули вторую петлю, провязали одним столбиком без накида. И третья убавка, вытянули первую петлю, вытянули вторую петлю и провязали одним столбиком без накида. И дальше у нас осталось 17 столбиков без накида, без убавок. То есть дальше идите до конца ряда, провязывайте оставшиеся 17 столбиков без накида. Перешли мы на третий ряд с убавками. Я уже сделала воздушную петлю подъема и начинаю вязать. Провязываю 16 столбиков без накида, без убавок. Тринадцать, 14, 15 и 16. Далее я делаю 3 убавки. Вытянула, вытянула, провязала одним столбиком без накида. Первая убавочка. Сейчас будет вторая убавочка. Вытянула, вытянула, провязала в одну петлю. И последняя убавка. 3 убавки сделала, и до конца ряда осталось провязать 16 столбиков без накида. Вяжите до конца ряда столбиками без накида. У вас должно остаться 16 столбиков. Перехожу на четвертый ряд с убавками. Я должна провязать 15 столбиков без накида, без убавок. Очень удобно пересчитывать по вот этой косичке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще осталось 5 столбиков провязать. Делаю 3 убавки, вытягиваю, вытягиваю, провязываю одной петлей, вытягиваю, вытягиваю, провязываю. И последнюю убавку сделаю сейчас. Вытягиваю, вытягиваю, провязала. И до конца ряда у меня должно остаться 14 столбиков без накида. Пятый ряд с убавками. Я провязываю 15 столбиков без накида, без убавок.
вяжите 13 столбиков без накида. Одиннадцать, 12 и 13 последний. Дальше я делаю убавку, убавляю 3 петли первую убавку сделала, вторую убавку сделала. Последняя, третья убавка. До конца ряда осталось провязать 13 столбиков без накида. Перехожу на шестой ряд с убавками. Я провязываю 12 столбиков без накида, без убавок. Одиннадцать и последний 12 столбик без накида. Дальше я делаю 3 убавки. Первую убавку сделала. Вторую убавку сделала. И третья убавка. И до конца ряда должно остаться 11 столбиков без накида. Вяжите 11 столбиков без накида. Осталось провязать последний ряд с убавками. Я сделала воздушную петлю подъема в начале ряда и должна провязать 10 столбиков без накида, без убавок. Девять, десять, делаю 3 убавки, первая убавка, мусор убираем из джута, к сожалению, он попадается периодически. Вторая убавка. И третья убавка. И до конца ряда должно остаться 10 столбиков без накида. На этом мы закончили делать убавки. Теперь мы просто будем вязать без убавок, просто будем вязать последний ряд. В каждую петлю по одному столбику без накида. Это у нас будет последний ряд у корпуса сумки. И должно у нас в последнем ряду быть 23 столбика без накида. Вяжите точно так же за заднюю стенку.
Никаких убавок в этом ряду делать не нужно. Мы закончили вязать корпус сумки, теперь наша задача соединить вот эту сторону и вот эту сторону. То есть вот тут у нас кончается вязание, ниточку я не обрезала, то есть вот она у меня осталась. Я вот так разворачиваю работу, вот тут у меня петелька выходит, и я буду соединять с этой стороны, с стороной. Вот тут у меня петелька выходит, вот я... Посмотрите, вот петля, и я вот в эту переднюю дужку делаю соединительную петлю. И дальше смотрите внимательно, как я буду соединять. Вот следующая петля, две у нее дужки. Я вот за эту цепляю и вот за вот эту ближайшую к ней. Соединительная петля. Опять. Вот за вот эту дужку и за вот эту ближайшую. Таким образом я должна соединить до конца. Вот последняя петля осталась, неудобно. Вязать в нее. Все, я соединила, теперь ниточку можно обрезать. Вот так можно вытянуть ее, и дальше задача спрятать нитку. Вы то же самое сделаете с этой стороны, то есть у нас тут оставался кончик 70 сантиметров, и его хватит для того, чтобы точно так же соединить и эту сторону. Я закончила вязать уже вторую сторону, соединять, вытянула ниточку. Вот эта сторона у нас будет внутренней стороной, мы должны вывернуть теперь сумку. И, соответственно, когда вы будете прятать нитки, надо, чтобы они были у вас на изнаночной стороне. А вот эта сторона будет у нас лицевой. И теперь наша задача связать вот такой ободочек. Я сейчас вам покажу, как это делать. Так, начинаем вязать сбоку. Вот тут у нас ребро проходит. Посмотрите, вот ребро. Вот сюда я просовываю крючок. Вытягиваю петлю и делаю воздушную петлю подъема. И дальше, собственно, я начинаю вязать. В это же место я делаю столбик без накида. Обратите внимание, как у нас сумка сделана. Вот это у нас ребра, и вот это у нас выемка. То есть мы будем вязать вот так в ребро, выемку, в ребро, выемку. И будем вязать столбиками без накида первый ряд. То есть первый столбик без накида я провязала, второй столбик без накида идет вот в это ребро. Провязала. И дальше вот в эту выемку.
Дальше снова, смотрите, ребро, ребро, выемка. Первый столбик без накида в ребро, второй столбик без накида во второе ребро и третий столбик без накида в выемку. Итак, мы идем до конца. Я показываю вам в последний раз. Ребро, ребро, выемка. Первый столбик без накида, первое ребро. Второй столбик без накида, второе ребро. И выемка. И я еще забыла вам сказать, что давайте отметим первый столбик без накида маркером, для того, чтобы не запутаться. Дальше вы идите сами до конца ряда, и в конце мы встретимся. Я закончила первый ряд столбиками с накидом. Сумочка начала сужаться немножко. Теперь я перехожу на второй ряд. Я маркер тут уже убрала. Вот это у нас была первая петля первого ряда со столбиками без накида. Второй ряд мы будем вязать соединительными петлями. Первую петлю отмечайте маркером. И дальше наша задача просто провязывать соединительными петлями по всей окружности. Можно провязать 4-5 рядов, то есть столько, сколько вы захотите, чтобы у вас была высота вот этой выемки. То есть вот тут у меня провязано 5 рядов. Еще я вам порекомендую не очень затягивать эти петли, потому что чем больше вы затягиваете петли, тем больше суживается сумочка. То есть желательно петли, вот эти петли, делать с такой же длины, которые петли предыдущего ряда. То есть вы сейчас покажу, как это лучше делать. Вот так вытягиваете, чтобы вот эта петля была такой же длины, которые петли предыдущего ряда. И вытягиваете петлю. То есть не надо их очень сильно затягивать, потому что чем больше вы затягиваете петли, тем уже у вас будет вход в сумку. Дальше вы вяжите сами. Я закончила первый ряд соединительными столбиками. Убираю маркер, перехожу на второй ряд. Второй ряд у меня тоже будут соединительные столбики. То есть я точно так же вяжу за заднюю дужку соединительным столбиком. Не забываю отмечать первую петлю ряда. Как видите, тут нету никаких соединительных петель. То есть я вяжу по спирали просто соединительными столбиками. И не забывайте, что не надо очень сильно затягивать петли. То есть петли старайтесь делать все одинаковой длины. Ваша задача провязать 4-5 либо 6 рядов в зависимости от той высоты сумочки, которую вы хотите получить. Я закончила вязать соединительными столбиками, связала 6 рядов, теперь ниточку я обрезала, теперь ее нужно спрятать. Сейчас я вам покажу, как я это сделаю. С помощью иголки с большим ушком. Вот сюда, то есть вот этот столбик я пропускаю, в следующий вот так продеваю ниточку. И теперь посмотрите, вот отсюда у меня, вот отсюда выходит, и вот сюда же я возвращаю. Вот такое незаметное соединение получилось. Дальше вы сами прячете на изнаночной стороне, я не буду уже это показывать. Эта сумочка у меня получилась значительно шире, чем вот эта.
Тут я связала 13 пар, вот я считаю, считала вот такими парами, то есть я связала 13 пар без прибавок. А тут я вязала 11 пар, и разница вот она существенная. Мне захотелось вязать пошире, вы можете вязать как вы хотите, то есть либо она у вас будет поменьше, либо побольше. А дальше вы определяетесь, будете вы шить подклад или не будете. Если вы будете шить подклад, то я вас жду на третьей части мастер-класса. Если не будете шить подклад, то вам нужно пришить колечки вот сюда и пришить магнитную застежку к внутренней стороне сумочки. Колечки пришить легко и просто. Смотрите, где у вас боковинка, вот она, да, прикладываете ровно колечко, чтобы оно было посередине, и делаете несколько стежков с помощью джута. Просто вот таким способом делаете буквально несколько стежков. Смотрите, чтобы у вас все ровно было и красиво. И потом спрячете нитку на внутренней стороне сумочки. Я вам не буду показывать до конца, как я. То есть я думаю, тут все понятно. Просто вот так прошиваете и все. И с этой стороны тоже делайте такое же колечко и пришьете магнитную застежку. Самое главное, чтобы она была именно посередине. Надо обязательно мерить, чтобы она никуда не смещалась ни в какой из сторон. Ну а если вы будете шить подклад, то я жду вас на третьей части мастер-класса. До новых встреч!